Здравствуйте. При эксплуатации аппаратов для LPG-массажа типа K-модуль Integral манипула может переставать реагировать на нажатие кнопок, и на экране могут появляться сообщения об ошибках следующего вида. Неисправность носит плавающий характер, она то появляется, то исчезает. И связано это с нарушением электрического контакта в разъеме между подводящим кабелем, проходящим в заборном шланге, и штыревыми контактами, расположенными на самой манипуле. Каждый из четырех штыревых контактов на манипуле разрезан на три части и имеет таким образом своего рода подпружинку. Для того, чтобы исправить ситуацию, нужно осторожно, острым инструментом раздвинуть эти лепестки, и за счет этого будет обеспечен надежный контакт между штырями и гнездами этого разъема. Если вам понравилось это видео, и если оно вам помогло, то ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на мой канал в YouTube. Всего доброго, до свидания.